И снова всем привет, и снова вы слышите Лёшу Халецкого, и снова Россия на последнем уровне сложности. Стараюсь тут в нон-стоп режиме быстро сыграть эту игру, чтобы разобраться, насколько хорош искусственный интеллект, ну и вообще посмотреть, как выглядит в полной версии игра. Закончили мы прошлый ход. Вильнюс объявил войну Педро Второму. Там у нас бразилец со всеми воюет. Смотрите, у меня уже френдли с Бразилией-то. Я уже с ней дружочек-пирожочек. Возможно, какие-нибудь бонусы с этого можно поиметь. Там какое-нибудь научное соглашение заключить. Так, Греция. Почему-то Францию осуждает. Ну, открытые границы. Он мне еще одно золото в ход будет давать. Не возражаю абсолютно. Так, что у нас тут строится? Power Plant. Где-то я Power Plant купил. По-моему, в Астрахани. Уже, ну, потому что сразу на все города действовало. Шпионом. Ну, думаю, наверное, шпиона тоже надо в Бразилию сажать. И переть у него техи. Вот этот звук означает, что где-то... Blast, build, battle. Blast, build, battle. Согласитесь, насколько все-таки Шон Бин круче произносит эти техи, чем тот чувак, который озвучивал в русской версии. Военный инженер. Roads, but the crooked roads without improvement are roads of genius. Ну вот нужно ли мне для... Нет, я не хочу брать пока для строителей. Так, откроем цивики. Что тут у нас? Ну вот, урбанизейшн наконец-то пора открыть. А где новые правительства вообще? О, они очень пока еще далеко. Давайте мы сразу в масс-медиа пойдем. Так, шпиона мы построили. Давайте его запихнем. Запихнем Бразилии. О, уже космопорт тут. Слушайте, уже в Рио-де-Жанейро космопорт. Если надо будет попытаться его разрушить шпионом. Так, ну и Power Plant строим. Ну что, у нас тут не проплыть кораблем. Короче, фрегат можно расформировать. Можно было бы сказать, что зря тратил производство, но все-таки выполнил задание городов-государств. Так, вот у Преслова развлекательный комплекс построить, у Лиссабона генерала это вряд ли, и отправить торговый путь в Лавенту, а в Брюсселе... Ну, commercial hub я уже не могу нигде построить, только себе город новый основывать. Так, что у нас с ростом в Казани? Я тут все на рост переключил, да? В Астрахани не надо расти, а в Соликамске все на рост. И в Питере все на рост. Окей. Следующий ход. Сейчас должна селитра у меня появиться где-нибудь. Вообще, мне бы рабочего. Я сейчас, наверное, рабочего куплю. Еще надо не забыть, что за 700 веры у меня покупается Broadcast Center. Телевещательная вышка. Прикольно, если тут домики так вокруг районов строятся. Вот я могу городские районы теперь строить в тундре, в принципе. Вот Казань, например, когда открою там... эти пригороды. Man is a military animal. Glory's in gunpowder,
А где это тут варвары? Что-то грабят. Что за фигня? Да ладно. Опа, мы лагерь еще один. Так. Что я тут построил? Неизвестно. Так, в Соликамске еще на один можно вырасти. Так, ну что у нас, селитра вот, недалеко в принципе, то есть вполне город может дотянуться. И все. Ничего, мечников апнем. Да ладно, еще... А, это прошлый. Да, это прошлый. Вот, я тоже обещание Греции выполнил. Типа не нападать. Просто там ходить по ее территории. Вот у него уже армия из 3 рыцарей. Между прочим, я армии, по-моему, не открыл. Да нет, должен был открыть. Или это в техах? Это, наверное, в нижних техах, а я по нижним техам вообще, как вы видите. Блин, ну иконка казака, это что-то с чем-то. Ей! Так, расформировываем фрегат. Интересно, мне дадут золото? 294 плюс 79. Нифига себе. То есть мне 300 золота дали? Мне реально сейчас 300 золота дали за фрегат. Ничего себе. Как-то это слишком дофига за расформирование юнита. А сколько фрегат так стоит? Шестьсот. То есть, грубо говоря, когда ты расформировываешь юнит, тебе половину золота возвращают за его стоимость. Это я вам хочу сказать, очень жирненько. Жиробасненько. Так, надо уголь обработать. Тоже кому-нибудь продать. Давай объявим. Правда, с ним никто не дружит. Давай объявим, что мы друзья. Сейчас мне будут, видимо, все по очереди говорить, что я зря связался с Бразилией. Построил уличный карнавал в Ресифе. Так, значит, у нас бегал караван в Грецию. Вот у меня 3 в Бразилию бегает и 2 в Грецию. Значит, мы в Грецию отправим. Где у нас больше культуры? Вот, 7-7-7. Заодно... Чтобы науки, вот 2 и 2, так 7 и 7. В принципе, пофигу, что в Кносос, что в Эфес. А так как мы в Кнососе еще не получили торговый путь, торговый пост, то отправим туда. Так, тут мы построили археолога. Теперь мы купим Broadcast Center. Отлично, и...
создадим здесь шедевр. Ромео и Джульетта фэнтези овертюра. Все. Все музыкальные шедевры мы сейчас использовали. Окей, поехали теперь археологам копать. Так, вот мы и выкопали артефакт. Или где он? Вот он. Какой артефакт? Так, какие там... Блин, я не посмотрел, какой бонус должен быть. Я могу бразильский или русский артефакт. А можно пока отменить выбор? А, ладно, возьмем русский. Мозаика. Я не посмотрел, какой бонус. Артефакты одной эры, но и от разных цивилизаций. Да. Надо было бразильский брать. Мне так кажется. Ну, пока давайте биржу строить. Так, тут мы караван построили торговый. Ага, могу уже театральный этот, могу развлекательный комплекс. Но я построю театральный. Где бонусы к культуре? А вот они. Так, армию я не могу из этих рыцарей сделать. Давайте тут стоять, как-то контролировать появление варваров. Так, надо купить рабочего, видимо. Египет торгует с Бразилией, Греция объявила войну Аравии. Ну как-то никто не возмущается тем, что я с Бразилией, дружочки-пирожочки. Ага, вот Франция все-таки возмутилась и обвинила меня в этом. Вздорная бухая дамочка, алкоголичка мне тут, понимаешь, предъявы кидает. Что за фигня такая? Так, где у нас следующий археолог? Вот тут у меня есть, вот тут у меня есть. Наверное, вот тут, чтобы скифов найти заодно. Так, миссионеры не надо. Так, вот Соликамск вырос. Теперь можно на производство все переключать. И я бы даже сказал поставить вот здесь специалистов. Производство, еда, производство, еда, производство, еда. Ну да, 4, нормально. Вот так все у нас тут. Тут 2 специалиста, тут 3 сидят. И строим. Так, шпион приперся. Улучшим шпиона. Ну, прикольно, космопорт. Тут уже есть. Access level.
Ой-ой-ой. Переключался случайно. Секретный доступ. То есть пока мне только сообщает, что он строит поселенцев, какие технологии открыты, какие цивики завершены и влияние на города-государства. Ясно. Так, купим рабочего. Надо не забыть купить рабочего. Одиннадцать религиозных жителей, 13 зданий, плюс 3 довольства и 11. Машинка прибыла. Знаете, мне, видимо, придется с Бразилией воевать, чтобы он не закончил свою программу. О, в атомную эру я вошел. Отлично! Human nature has manifested in tribalism and nationalism. Теперь я могу наконец объединять в армии, но правда мне сейчас это не надо. Хотя вот могу объединить катапульты. А может их расформировать, слушайте? Нафига мне тут катапульты? С другой стороны, если я буду воевать... Не, давайте оставим пока. Все юниты оставим, они особо есть не просят. Эврика для Nuclear Fission. Шпион или... То есть... Тут нету Эврики для Nuclear Fission. Тут только или шпионом, или великим ученым ускорять. Хм. Компьютерс. Три биплана я не открою. Металлкастинг. Две бомбарды у меня тоже не будет. Поэтому в военную науку пойдем. Потом металл. Три мушкетмена. Да, хотелось бы иметь, у меня есть мечники, но у меня нету селитры для... Надо обработать уголь и с кем-нибудь выменить у кого-нибудь селитру на уголь. Так, Хатуса хочет великого ученого, чтобы я... Вдохновение для... Все-таки, слушайте, вот тут есть в науке какая-то... Космическая гонка, вот. Ну вот, мне надо построить, собственно, для космической гонки космопорт. Апостол мы пока не будем. Так, он хочет индустриальную зону, которую я уже тоже все построил, блин.
Так, Петербург требует больше зданий для роста. Можно переключаться на производство. Так, еда. Тут еда. Тут еда. Вот, ноль ходов. Куда-нибудь еще надо специалиста посадить. Хотя нет, ну ноль. Тут 0-1, тут надо... лесопилку построить в этом месте. Где будем космопорт устраивать? Где-нибудь вот здесь, например. Таки в демократию перешли. Блин, я так и не могу довести город до 15 жителей. Все никак. А к урбанизации, по идее, точнее, должно быть раньше даже. Так, по логике игры. Чудо, Эйфелеву башню кто-то построил. The good thing about computers is that they do what you tell them to do. Так, вот и великий ученый. Дает 234 науки за каждый артефакт в этом городе. Ага, сейчас мне надо еще два артефакта быстро найти и... этого ученого активировать. Пока спим. Так, для Хатусы выполнили задание. Ну вот, 16 нужно, чтобы спейспорт построить. Театральная площадь 16 требует. Блин, как у меня все медленно растет. Построить, что ли, канализацию? Вообще, конечно, в городах должна быть канализация. То есть, странный вопрос, строить или нет канализацию. Так, слушай, Мбанза. Дай мне проход. Ну, в принципе, я согласен. Так. Саладин, ты все еще на посольство не созрел? Вот ты... странный. Бесплатный справочник организаций и детальная карта городов 2GIS будет с вами даже там, где не ловит мобильный или нет Wi-Fi. Благодаря подсказкам вы можете увидеть, работает ли организация в данный момент, и если нет, то как скоро она начнет работать. Скачивайте карту нужного вам города совершенно бесплатно на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Так, Power Plant, тут сейчас... доделается театральный. В общем, надо Питер до 16 выращивать и строить там космопорт. Обойдемся в Питере без театральной площади, так уж и быть. Так, а что тут произошло у меня в Астрахани только что?
Что тут за вспышки света были? Вот куда Банза Конго прется своей армией? Он находится фиг знает где. Но ему надо. First, Hephaestus makes a great and massive shield. Так. Строим уголь, и с кем мне поменяться на селитру? Начнем с самого главного дружочка-пирожочка. Ну вот, у него угля нету. Чувак. Чувак, да ты офигевший. Ты просто офигел. Просто нет. Так, у этого селитра есть. Этот хочет 7 золота и 8 золота вход. Ну, в принципе, нормально. Так, что еще? Что по поводу науки? Не появилась такая возможность? Потому что у меня бразилец вот там что-то требовал. Дайте-ка тебе глянем. Чтобы я ему там помог что-то открыть. Вот, research agreement. Противоракетная защита. Непонятно. То есть я прошу, чтобы он мне помог, то есть он мне просто так это дает? Я вот сейчас не очень понял, как работает. И только с Бразилией пока это работает. Видимо, больше никто не открыл. Так, что у нас по науке? Я уже на третьем месте. 45 тех, 49 у Саладина и 67 у Бразилии. 45 одинаково с Японией. Перикл там недалеко. О, я впереди по культуре. Ничего себе. Ну, вход, конечно, культуры у меня не так много. Так, ну что, мечников я могу апнуть? Так, а должно быть три мушкетера, что ли? Трейдер, Миша. Мушкетмен, мушкетмейт, найт. Да. Так, послов отправим. 6, 7, 7, 6, 6. Так, что у нас тут дают? Брюссель. Когда строю здания, чудеса или районы. Блин, мне одного мушкетера не хватает для счастья. Ну, не для счастья, а чтобы ускорить. Вот. Заменяемые. То есть надо мушкетера будет построить. Так, а что у нас еще требуется? Построить шахту на селитре, но этого, к сожалению, это невозможно. Отрыть артефакт это я уже сделал. Две power plants построил, сделал. Это я не сделаю.
Это я тоже не сделаю. Oil well. А для этого мне надо открыть, собственно, нефть. Вот так. Так, очередной артефакт. Скифский давайте. Так, стойка-то на месте. Так, еще один артефакт, и после этого мы запустим нашего ученого. Вот, тут недалеко он, в принципе. В Modern Era выходит Норвегия, Греция, Конго. Так, а что со шпионами? Я могу еще двух шпионов заказать. А что у нас по туризму? Вот с туризмом мне реально непонятно. Пока. Так. Ну, давайте попробуем науку получить. Или лучше было... Не, давайте науку получим. Так, тут Power Plant тоже построено. И еду брать неоткуда. Поэтому биржу. Так, а здесь за веру. Амфитеатр. И потом, наверное, еще один археологический музей куплю. А не художественный. Интересно. Так, а космопорт, где я могу строить, чтобы я не занял? Cannot build on hills. Ну вот, вот тут я построю, например, космопорт, а тут Seaside Resort. И что он дает? Вы не могли бы... Почему он не пишет? Это, видимо, увеличивает привлекательность района. А, генерирует туризм в зависимости от того, насколько привлекателен клетка. Ну, типа, клетка привлекательная. Давайте проверим, что за... Как он будет генерировать тут туризм. Смотрите, еще и 4 золота дал. А, я же хотел построить мушкетера. Ну, сейчас в Питере тогда.
Так, скоро еще один писатель будет. О, у нас как раз амфитеатр появился для него. Сейчас нормально. 1735 год, мы уже в атомной эре. Кто-то уже космолет строит. Вот получили ускорение для науки. Видите, увеличилась вероятность подгадить. Но мы еще прокачаем немножко шпиона. Так, давайте-ка мушкетера построим. Тут лесопилка. Тут рыцарь пускай стоит. Тут рыцарь пускай лечится. Один у нас рыцарь. Этот хай плывет на родину. Продавать буду, наверное, рыцарей. Уже, в принципе, все из... Ну, точнее, не продавать там. Надо будет на Бразилию напасть. Так, сколько археологический музей стоит? 355 веры, то есть следующим ходом купим. Преслав Саладину объявил войну. Он тут, по-моему, кстати, все рядом. У меня уже плохие отношения еще и с Катериной стали. Зоопарк в Сан-Паулу построен. Е-е-е, можно идти на диких обезьян смотреть. No one starts a war, or rather, no one in his senses ought to do so, without first being clear in his mind what he intends to achieve by. Ура, казаки. Так. Последний артефакт. Варварский. Разные эры получились. То есть требуется одной эры, но разных цивилизаций. У меня тут Ancient, Ancient, но Classical. Вот это надо на Classic, на Ancient поменять. Так, но при этом вот у меня ученый. 234 науки за каждый артефакт в этом городе. И все артефакты во всех наших городах начинают 300% нормального туризма получать. Ну вот, давайте смотреть. Баллистика требует... То есть я сейчас должен получить примерно 468... 6, ну, 700 где-то я должен получить. То есть баллистику я сейчас должен полностью открыть, и сколько-то еще на сталь перейдет. И 300% от туризма... Все артефакты. У меня, правда, только в одном городе. То есть они вот сейчас дают 9 и должны начать давать 18.
Ну да, вот баллистика открыта, но, видимо, следующим ходом перейдет. И 27. Да, не в два раза, а в три раза должны давать. Да, 27. Так, теперь пробуем мозаику поменять на что-нибудь древней эпохи. С кем-нибудь. С Аладдином. Ну, у нее там, по-моему, одни эти... Блин, а как это... Мозаика. Блин, как понять, что у него... Что из этого артефакта, что вот... Grass Cutting Sword. Может, список какой есть? Artifacts. Sources. Districts. Технологии, цивики, религия. Ой, блин. Ну сейчас же поменяю на фигню какую-то, которая мне не нужна. Причем мне надо посмотреть, какой на эры. То есть это, походу, не артефакт все-таки. Мне надо найти у кого-то артефакты. Я помню, были археологи у грека, например, точно. Ну, у бразильца вообще ничего нету. Хорошо, грек. Ну, блин, компьютер, понимаете, он может настроить этих археологов, но при этом нифига ими не копать. Вот как мне это проверить? Ну, вот это письменное, да? Вот это художественное. Вот это, скорее всего, артефакты. Но, блин, какого... Ну, вот мумия, скорее всего, старая. Короче, давайте поменяем. Мозаика против мумии. Да, я угадал. Ну, смотрите, никакого пояснения. Чисто логически надо додумывать, что вот это артефакты, что оно классической эры. Ну, это хрень. Я так считаю. Еще надо рисунок чужой. Там, по-моему, было у грека. Какие-то, да. Нет, что-то он тут много хочет за картины. Почему-то то нормально менялось, а тут вот ему не нравится. Привереда. Ладно. Так, этот куда бегал? Этот бегал в Бразилию раз, два, три. В Грецию бегал. 8, 8, 8. Тут все по 8. Когда сравниваем другие. 2, 1, 7. А, ну, тут все одинаковое, в принципе. Так что давайте в Кносос. Ну, нормально так. Получили всякие бонусы к туризму. Правда, без понятия, что это дает все.
Норвегия торгует с Египтом. У нас, кстати, тут... Я уже приближаюсь к концу ветки. А что у нас с победой наукой? Вот что это у него? Your Excellency. I feel it is time to build some neighborhoods with higher appeal will house the best steel. What I like about cities is that everything is king size, the beauty and the ugliness. Пятьдесят золота за каждую привлекательность, когда тайл. Когда вы заменяете ферму пригородом. Ну, интересная, конечно, идея, но пока нет. То есть Бразилия уже построила спейспорт и сейчас пытается запустить... Исследовать сателлиты. Япония только спейспорт построила. Так, писатель. Нет, так он долго будет бежать. Можно просто перебрасывать. Так, очередной караван. Это вот в Бразилию надо отправлять. То мне складывается впечатление, что вообще без разницы, из какого города отправлять. 8 науки. Смотрите, догоняю уже по техам. Помните, было 11, теперь уже 8. Ну, там еще минус социальная политика, которую я убрал. Но все равно. Тут явно надо заниматься разные города, чтобы у них были разные районы. То есть Лавра, ваш основной район, который... Ну, уникальные районы для каждой нации, да, наверное, стоит везде построить, в каждом городе, тем более, что они не зависят от количества населения. А тут, например, Казань надо... Обязательно было научный строить, а в других городах, например, там в Соликамске не обязательно. Зато в Астрахани и в Санкт-Петербурге обязательно производственный район, потому что они влияют на все города. Вот как-то так. Вот, заменяемые части бустанули. Бустанули капитализм. Круто. Ездят грузовички уже. Ну что, можно сипорт построить. Плюс один хаузинг. Вообще надо в Питере расти, потому что мне нужно 16 жителей. Поэтому... Переключаемся на еду. Тут убираем всех специалистов. Даже тут убираем специалистов. Не знаю, почему он ставит специалистов на религию. Вот нафига мне три специалиста, которые веру дают. Естественно, мне лучше вера от...
Ну, если не вера, а специалисты на научном лагере. Так, залучиваем еду. Блин, 10 ходов. Как долго он будет расти? Вот тут надо ферму построить. Так, хотя бы 9. Давайте купим рабочего. Так. Больше домов. Но мне, в принципе, только до 2 надо вырасти. Ну, тут, правда, еда есть. Так что давайте сепорт. Здесь. Пригород. Плюс 5. Плюс 5. Давайте, наверное, тут построим. В Казани. Ну, пригород дает только жилье. Мне тут жилье не надо, мне тут надо еда. С едой у меня в Казани проблемка. Поэтому нафиг надо. Давайте шпиона тогда. Так, писатель. Сделает шедевр. Так, и здесь мы купим за веру археологический музей и построим археолога или power plant. Не, power plant. Не понял, а где встать в защиту? Так, этот караван у нас бегал в Бразилию. Вот опять в Бразилию на науку. Абсолютно одинаково, что в Ресифе, что в Рио-де-Жанейро. Отправим в Ресифе, окей. А, тут уже стоят. Ясно, стоит уже катапульта. Этого нельзя оставлять. Опять она меня обвиняет. Такая стервозная дамочка. Откровенно. Надо глянуть, с кем Бразилия воюет. Ого. Смотрите, у нее разрушился в Занзибаре, видимо, шпионы какой-то другой нации ему разрушили район. Альянс с Испанией? Нифига себе. The effect of the mass media is not to elicit belief, but to maintain the apparatus of addiction. Так, капитализм. Thank you.
Давайте содержание армии уменьшим. Так, еще надо для писателя что-то построить. Из-за глюка случайно не туда отправил рабочего. Но я сейчас там крабов вырублю, раз он туда спустился уже. Так, Бразилия в союзе с Испанией и уже ни с кем не воюет, кстати. И вообще, по-моему, никто ни с кем не воюет сейчас. А нет, арабы с Грецией воюют. Да, и все. Арабы воюют с Грецией. У нас, походу, пошла космическая гонка. Никто не хочет Бразилию останавливать, типа, нападать на нее. Не знаю, что у меня сомнение, что я смогу догнать. Ну, то есть 19 тех бразилец впереди. 19. Монтезума Грейт Зимбабве построил. Ну во, почти уже закончился тырит, осталось. Походу, надо готовиться просто воевать с бразильцем, тут без вариантов. То есть надо выносить тех, кто тебя опережает по науке, ну, потому что не очень хорошо воюют. 50%. Может, своровать лучше теху. Ладно, попробуем. Разрушить космопорт ему. Камске больше домов требуется. Еще от болота еще надо осушить здесь. Так, апнем юниты. Сто пятьдесят пять. Есть ли у меня еще арбалеты? Есть.
Катапульты 315 стоят. Слушайте, они сразу в артиллерию. То есть они, смотрите, пропускается теперь, если более крутое что-то открылось. Потому что, по-моему, катапульта, в принципе, не в арт... Ну, сейчас, короче, глянем. Да, видите, она апгрейдится в бомбарду. Но так как у нас уже открыта артиллерия, то катапульта апгрейдится в арту. Правда, конечно, дороже будет, но вообще это логично. По моему скромному мнению. Вот, и сразу во рту. Зашибись. Блин, надо уже начинать обвинять тогда. Как-то. Бразильца. Армии у него тут нет вообще. Но на этом я эту серию закончу. Пока. Я думаю, развязка уже будет в следующей. Как мне к первой серии написали, что вангует тут 20 серий. Явно не 20. Явно будет меньше. Но спасибо, что смотрите. Пользуйтесь 2GIS, играйте в умные игры. И надо... дожимать соперников на божестве. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.